Так, нормально, да? Нет, плохо. Родившись в Новосибирском, давно его считают центром Ленинграда. Но дома уничтожил блокады. На этом месте стали Ленин. Подобно Мойке жили. В стороне мерцал Исаки в золотой обновке, как раз здесь в области остановки и золото, горевшее в огне. Возникали новые места, и было обживаться тяжело на мутной пряжке пушинской колонны у старого Калинкина моста. Там центр обежной силы горит, все дальше перемещался робот за кладбище, за боем, в сердце пятиэтажных купческих коробок. А время заметно ушло в моих часах, и сумерки пробило мне город города, и чужбина, отечество мне царское село. А вот он вспоминаю всякий раз, вокзал и торопец, ночные трамваи. Не мы с годами город покидаем, а он с годами не покидает. Белой ночи колонии бездонной, и Васильевский в красном дыму. Ностальгия, тоска не по дому, а тоска по себе. Это странная болезнь, тревожа, сквозь картонной границы поможет. Не спеши, разведенным моста, век твой юный день, что прожит. Не поможет тебе, не поможет возвращение старым местам. На столице русские снимки, и саги в оранжевой дымке, и канала цветное стекло. Не откроются эти скрижали, мы недавно туда приезжали, после выиграли, не помогло. Этот комплекс на полной чёрке, эти мальчики возле решетки, неподвижная эта вода, никогда не стоять себе с ними, не вернуться на старенький снимок, никогда, никогда. Thank you.